И в наступившем по лунному календарю новом году программа «Новый день» с утра пораньше по будням продолжит насыщать эфир полезной информацией и хорошим настроением. В следующей рубрике под названием «По вашим письмам» есть и то, и другое. Полезная информация явствует из ответа эксперта, ну а хорошее настроение появляется, если задуматься о том, что чей-то вопрос наконец нашел ответ и трудная ситуация нашла разрешение. Если и вы столкнулись с чем-то подобным вопросом, на который непонятно, где брать ответ, или ситуации, решения которой требуют вмешательства эксперта, но вы не знаете, к кому обратиться, пишите нам, мы найдем нужных людей, зададим вопрос, а ответ будем транслировать в нашем эфире с утра пораньше, по будням на телеканале «Рифей Пермь». Контакты наши прежние, 2-630-300 – это телефон, утро@рифей.ру – это электронная почта, работают они круглосуточно, бесплатно, поэтому не сомневайтесь, звоните, пишите, будем разбираться вместе. Наталья Николаевна задает нам следующий вопрос. Мой ребенок учится в начальной школе, он второклассник. Урок физкультуры зимой у них проходит на лыжах на улице. Урок ведет классный руководитель. Должна ли она сама стоять на лыжах, показывая детям, как правильно кататься при проведении урока? Наталья Николаевна, ответ слушайте. Да, должна. Учитель начальной школы имеет право преподавать физкультуру в том числе, поэтому он должен переодеться в спортивную форму во время проведения урока физкультуры и показывать ребенку все положенные упражнения, в том числе и на лыжах.